приемник настроен на радио «Свободный Керат». С вами Рави Райрана. Поговорим об Амите. Бесстрастный борец за свободу, уважаемый лидер, а как она смотрится со стволом, никому своего мнения не навязываю, чисто имха. Но это еще не все. Я тут немного покопал и нарыл информацию, что она еще и начинающий наркодилер. Не мне судить, на игле я не сижу, конечно, но местную травку уважаю, при случае выкурю с вами трубочку мира. И все же я не торгую. Не в моих правилах. А вот Амита решила серьезно заняться этим бизнесом. При слове «большой бизнес» вы себе небось представляете толстых дядишек в шикарных костюмах, за которых все делают шестерки. Но выходит, не обязательно. Но женщины тоже встречаются. Знаете, есть какая-то изюминка. Что ж, если ей удастся, то Лурия будет нервно курить в углу. Я уже все себя представил. Короче, Амита вся такая в золотых цепях, в руках УЗИ, говорит всем поздоровайтесь моим другом, а сама снюхивает кокс.
Выходи, убийца! Убийца пока на свободе! Я готов. Давай! Найдите, кто это сделал! Быстро! Вижу труп! Твою мать! Эй! Кто подстрелит тому пиво? Он мне что, правда нужен? Прикройте! Я наверх! Беги! Тебе не спрятаться! Назови себя! Катя, давай! За короля! Вперед! Мы сможем! Сдавайся! Быстро! Бей его! Бей! Убить мятежника! Идем на подмогу. Мы идем с запада. Эй, ты в порядке?
на мост. Я не сдамся. Я скоро продолжу борьбу. Я убью его. Мой дом. Что случилось? Помочь? Убей его. Пусть он горит в аду. Эта армия зазывала нас к себе, но мы отказались. И они перебили всех. Кроме меня. Мне так жаль. Он отобрал наш дом. Я могу показать. Я пыталась его отбить, но все бесполезно. Там много солдат. Он засмеялся и сказал, что рад моим страданиям. Я тебя живьем сожгу!
Джамине! Кирате нет правосудия, Аджай. Но у людей есть ты. Ты наказываешь виновных. Это нужное дело. Thank you.
автогонщиком Сулмаса можно назвать. Но я сейчас... Давно не несли потерь. Пусть твой успех ознаменует начало новой эры Кирата. Прошу, нет!